До того, как подкупить, система захотела меня уничтожить, рассказывая голосами знакомых о тупиковости пути. Карикатуры, товарищеские суды, дождливые улицы, сквоты, металлические копейки, как костыли, служили опорой в этой борьбе. Нагибатели системы, ночные революционные сторожи, реакционная молодежь, идейные веганы и фрики, патриоты правильного и хорошего, все они были частью меня, а я был вхож в их клуб. Я никогда не был молод, я был всегда серьезен и глуп, по-другому, чем сейчас, но если доживу, то и эти тараканы разбегутся. Поджав губы и наморщив лоб, я часто задумывался. Нет, не о том, делал ли я что-то неправильно, и не о том, как я таким стал и каким я был раньше. Я не ностальгировал по отвязным сейшенам, и мне совсем не было жалко потраченного времени. Я жил по заветам позавчерашнего клуба 27. Ну, а потом, как ни странно, мне исполнилось 28. Система намекнула, что вся эта альтернатива — такой же сегмент ее, как и хлеб без глютена. Fair Trade, продукты под маркой Bio — все это ей угодно. Оригинальный сценарий «Матрицы», в котором ослепший Нео понимает, что его развели. Или жужжащие песенки «What is exploited». Скорее всего, свою роль сыграл накопленный опыт. Раньше сидел на жопе ровно в ожидании чего-то хорошего. Хорошее не наступило, само собой, к сожалению. Просишь «дай», а ты «полай», отвечая система на мою просьбу. Ну да, ведь не для себя прошу, она говорит: друг, а не хочешь ли ты вернуться в школу, например? Ведь на одной импульсивности ты далеко не уедешь. Кому ты будешь нужен здесь лет через 5, оглянись вокруг. Вас все меньше, кого я не подкуплю, уничтожу, оставлю в прошлом среди несбывшихся мечт, среди мегаломании, алкоголизма. Выбор у тебя невелик: либо духовный рост, либо психиатрическая больница. Ну а здесь задержаться нельзя, спрашиваю. Она говорит: задержаться нет, но остаться навсегда это можно. Станешь 40-летним мудаком в майке со свинцовым дирижаблем, доёвывать посетителей спектаклей, чтобы на каляву с ними бухнуть. Ни котика, ни собачки, ни зубов, ни детей. Зато много умных книг и отличная коллекция виниловых записей, кредо артиста и долбоеба репутация. В лучшем случае будешь обоссанный как гуф. Это если повезет перегонять кровь после очередных гастролей. Твой типаж во мне абсолютно понятен, на многое не претендуй, знай, что время тикает, а в музыке все явственнее, не хватает басов. И вот те песни, за которые тебе ломали неоднократно нос, теряют свою актуальность, кажутся детскими. Эти милые, милые, милые барышни тебе больше не дадут. Эпатажное лезвие и рифма «кровь, любовь», за которую, кажется, тебе и сломали нос, все кажется не таким уж нормальным и всерьез. Ну вот что мне делать и как быть, спрашиваю я у системы. А с тобой сложно, ты ж идейный, говорит она. Послушай, есть вариант. Одна одинокая, очень одинокая, красивая женщина, она тебя ждет и всегда ждала. А как же творчество, музыка, спрашиваю я? А как же, блядь, эволюция собственного бытия? Пойми, друг, по-другому у тебя ничего не получится. Не надо строить иллюзий, создавай ячейку общества, об остальном позабочусь я. О чем, например, спрашиваю? О реализации твоих наивных мечтаний, юноша, на которые нужно энное количество бабла, ни сквот, нет, а нормальная хата, не стручки и корешки, а жареная курица. А главное, самое важное, постоянная работа, за которую тебе будут платить.
и уважать тебя и твой профессионализм, а не мечты в будущем времени, которые ты тут всем суешь. Ну окей, почти уговорила. Ну а как же вот DIY? Альтернатива потребительскому безрассудству. Ты знаешь, им же сына лицо и скажет дождь. Для них и существует массовое искусство. Неужели что ты хочешь, вот, и чтобы я таким стал? А для кого? Скажи мне, существует йога, путешествие, спокойствие, в конце концов спортивный зал. Я не говорю, что ты должен без мозгов лететь в фастфуд и набирать кредиты, полный карман. Я говорю и предлагаю тебе гармонию, стать целым, в общем, тем, кем ты захочешь стать сам. А у тебя нет выбора, старик, это инстинкт. Что-то я совсем уже опустилась, разговариваю с каким-то. В общем, если бы это был стадным животным, например, бараном, ты не задавался бы экзистенциальными вопросами, а просто делал бы бе-бе-бе-бе. Ни котика, ни собачки, ни зубов, ни детей. Ни котика, ни собачки, ни зубов, ни детей. Ни котика, ни собачки, ни зубов, ни детей. Зато много умных книг и отличная коллекция виниловых записей. Ни котика, ни собачки, ни зубов, ни детей. Ни котика, ни собачки, ни зубов, ни детей. Ни котика, ни собачки, ни зубов, ни детей. Зато отличная коллекция книг и виниловых записей. Ни котика, ни котика, ни котика и ни собачки. Ни собачки, ни зубов, и ни детей, и ни котика, и ни собачки, и ни зубов, ни детей. Зато отличная коллекция книг и виниловых записей. А чё ещё надо-то? Кого хочешь, научу. Обнимайте деревья.